Давай, минивенчик. Давай из машины, живо. Не усложняй ситуацию. Он лотоп стрим, стрим. Давай, садись. Сейчас. А то... Бля. Так, готов? Ты сел? Ну куда ты вышел-то? Сейчас, все. Вот так вот. Ну вроде побыстрее, да, стало? Дрифт. Дрифт от Никиты. У меня левый всегда плохо получается дрифта. Левый? Угу. А чё так? Я не знаю. Может, потому что я правша? Так, это... Ёпта ж, ну правый тоже, кстати, не очень. Что-то фиолетовое тут, смотри, светится. Это вот единство. Ну и чё? Там у тебя, да? Там у тебя синенькая, да, отмечено? Да. Ну, сейчас ты познакомишься с единством. И что? Куда что, ехать? Выходим? А... Я не знаю, где она у тебя синенькая горит. О, нас запалили. Ты вышел уже? Нет, выходим. Ой, блин. Так, двоих положил. Угу. Где у тебя синенькая? Вот тут вот. Ты запускай дрона, потому что это само. Чтобы видеть противника, а то пятна эти непонятно что. Так и чего мне вот я так вижу? Просто наводишь и видно. Опа, сзади, 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 аккуратно. Кажись, не пизда. Сейчас я спущусь. Сзади. О, меня смотри, взорвали. Я тоже. Это вот... О, в атаку. Чего? Видишь? Чего? Видишь, сколько у меня... Видишь, сколько я игрушек? Угу. Будет называться... Илюшин склад.
Илюшин склад. Илюшин. 22-20. Илюшин склад. Ну ты, блин, Лёха. А чё так долго грузится-то, блядь? Я вроде чем пизды дал там. А чё ты тыл-то не прикрываешь-то? Убежал куда-то. Прикрывал. Да не прикрывал ты, ты сказал, я спущусь куда-то. Запускай тоже дронов, ты чё, я прям умею тут дронов запускать. Запусти, пометь. И чё, нам туда опять идти? Угу. А, стой, вот, тут рядом этот у меня восклицательный знак. А чё он едет? Кто едет? Ты куда? Куда ты точку поставил? Так он едет. Садись. А, это не надо. Лучше другое. Это чувак, его хер поймаешь. Сел, да? Да. Срежем, блядь, через джунгли. Может, блядь, тигра найдем. Ух! Только дерево нашел. Может, это... Поднемся? Стой. Тихо, дай-ка я сниму на вышке. Я его вижу. На нахуй. Прямо в темечко. Еще. Где еще? Не вижу. Фаталист. Сейчас выше поднимемся. Подожди, я там их не вижу. Может турель взять? Не пиши на этой коробке. Пойдем. Тихонечко. Я пока включу. Как включить тепловизор-то, бля? А, во. Ночное видение. Так, сейчас там появится один. Я ее заберу. Идет ты в этом внездороге. Я не отдам тебе эту коробку. А, нет, развернулся, в обратку пошел. Можно его снять. Пойдем потихонечку. Сейчас, подожди. Нет, не будет выспаться. Или ворвемся, как всегда. Тихо, вижу. Могу снайперки ему в голову. Сейчас, подожди, я второго возьму на прицел. Готов, красавчик. Готов. Еще. Давай дрона. Нас обнаружили. Вижу одного пока. Вон еще один. Нас ищут. Аккуратно. Я вообще после вас ничего не найду. Я не знаю, куда. Промазал, ёпташ. Молодец. Ух ты. Лёха, тихо. Перезаряжаюсь. Ага. Что там чисто? Нам бы наверх забраться. Вон он. Так, пойдем наверх заберемся. Там один чувак. Сзади, что ли?
А, это наши приехали. Ну, блядь. Ну чё, пидоры, бля. Желтенькая, это что такое поехало? Чё так, блядь, тут? Какой-то пиздец я тут устроил. Ух ты ж. А ну чё их тут? Давай подбирай, что там тебе надо. Да тут куча народу. Вон же еще бегает где-то. Ух ты, это кто? Сука, напугал. У меня тут это техника. Люша. Вот это же с каждого Нового года эти коробки забирают. Я забираю красивые. Блядь, а как я вот тут где-то зелененькое светится, а я не понимаю где. А ты смотри, оно должно мигать. Да вон, в шкафу зимняя коробка стоит. Где? Там. Это ты что включил? Вот зимняя коробка. Чё? Стрелка загорелась, это что такое? Да хер знает, не знаю. Ничего не включил? Да нет, какие-то бочки. Ух ты, ух ты, ух ты. Там тварь какая-то. А то кишки простудятся. Ух ты, чуть не убил он меня. Я бабушке не дала. А тебе это нужно? У меня здесь это еще есть зеленые. А, у меня тут синенькая же какая-то штучка. А, она наверху. Он ее сломает у тебя через 5 минут. Так, окей. Так, а это что такое комплект? Где все? Да что ты, блин? Где все? А, медальки дали. Ага, медали. Я тебя увлечу. А чего это кольцо? Ногти, которые мама ни разу не делала. Не важно, да они лежат. Так, тактическая карта, так, снаряжение, автомат. Конечно, пулемет, да, зверь убийственный, вырубает. Да? Но громкий. Так, ну чё, я все вроде собрал. Давай следующую синенькую. А что такое? Вот тут какая-то стрелочка. Рост, сопротивление. Это по миссии. Именно. Сейчас лучше набрать очков навыков, чтобы тебе хотя бы что-то там включить. Парашют тот же самый. Вот, нашел. Пойдем возьмем тачку какую-нибудь.
Это что? Это сломано. Осколочное. Куда ты поставил? Сейчас возьму точилу. Упс. Где ты? За тебя бегу. Ой. Он чуть тебя не задавил, пап. Он чё? Она мартышка с гранатой. Упс. А куда вы, пап? Мы? К девчонкам. Папа. А. Упс. Он чё, плохой водитель, пап? На игре. Да, мартышка с гранатой. Да темно, я в темноту плохо езжу. Фары включи, крестик влево. Так включено ж. О, а теперь вижу, включено. Что, Илья? Время сколько? Мы же первый раз играем в этих. Да. Время сколько? Бля, тут змеи, наверное, в джунглях. А-а-а! Надо на дорогу. Уже дымится. Да все, приехали. Задание провалено. В смысле? Это что такое? А? Я не знаю, что ты поставил. В смысле поставил? Мне ничего не ставил. Там жопа. Я б тоже конфетку сейчас скушала. Завтра сидим в конфетке. Чё мне? Мама. Знаете, что здесь сделка делала? Билка? А, наверное, из контейнера выпала, я в школу брала. А где контейнер? В портфеле. Что он делал? Юзер. Чего она не помыла на кухне? Забытый. Машину. Побитый. Я завела порядок, не дай бог, что я в порядке. Так, давай вертолет, может, возьмем. Я уже говорила. Здесь нет вертолета. Появились новые герои. О, надо найти еще нам. Да. Я замутаю. А, это сюжетное задание какое-то было. Ну-ну. Давай. Так, ну вот сюда. О, тут тачка есть. Ухо, Илюс, очки, ёп-моё. Давай, разбирай. Илюха, хватит. Да, блин, я, слушай, не заметил камень. Темно ж. Фару включи. Да я в ночном видении еду. Ух. И трактор тоже не заметил, да? Неа. Проехался, пап. Блин, тут змеи. Я змей боюсь, ничего не вижу. Срежем тут. Уголочек.
Я тоже поначалу все это делал. Ну чё, тут тормознём? Так, а где она? Вон она. Ай, блин, ну давай тут. А чё ты в дрон? Зачем? А чё, не надо? Же... А где ты точку поставил? Вон она. А-а-а. Тут никого. На том берегу. Бля, мне кажется, ты обезьянка там ущипнула. За яички? У меня нет яичек у моего персонажа. А как убрать мне вот эту точку А? На нее наведи же и убери. Так, ну давайте мне это. Так, вот еще есть цель. Где? А он. Поставь. Тут через дорогу. Так. Стой, тут что-то людишки какие-то. Че, жахнем их? Пойдем, жахнем. Ты где? А вон он. Не знаю, тут какой-то вот. Такие грязные. Пока не могут быть грязные. Давай я лысую башку сейчас сниму. Подожди, я даже еще одного не вижу. Ладно, херсин. Раз, два, три. Ты какую лысую башку? Вон ту вперед, которую ты смотришь. Который идет или который стоит? Стоит спиной. Стреляем, стреляем, стреляем. Так ты выстрелил сначала. Ну, потому что уже он меня запалил бы. У тебя 5 секунд на то, чтобы все рассказать. Не, умирать я не нанимался. Я все расскажу. Какие-то вертолетчики тут. Упс. Что-то я не то, наверное, сделал. Ты убил? Ну, еще один остался. Его, а вот он. Все? Блин, какие-то вертолет угнать можно. О, пошли вот сюда нам. Чего? Лёха, я нашел тачку нам. Она с бензином. Че бензином? Садись. У меня тачка с бензином. Я ему и про это ничего не говорю. Стой, тут какие-то штучки взять можно. Сейчас. Чего орёшь-то, ноешь? Подобрал топливо. О, как. Ты отметил точку, это что за точка? Синяя, вот часто? Синяя. Вот, да. Звездочка синяя какая-то. Там? Да. Синяя звездочка. Там будет, у меня там стоит вертолет. А там вертолет можно угнать. Да, там давай, надо угнать вертолет. Повстанцам доставить. Туда? Аккуратно туда подъезжаем и заходим сзади, потому что если пробьем этого вертолетчика, он может сесть в вертолет и улететь. А-а-а. В смысле, какого сзади мы заходим? Я говорю, аккуратно заходим. Сейчас выходим?
Да, все, выходим. Ну давай, дроном посвети нам. Сейчас. Так, где-то еще один. Бля, походу дела меня заметили. Могу снять одного. Ты занимайся теми, а я возле вертолета сниму по-быстрому, потому что... Потому что здесь много. Кто там это? Кого вы там выбежаете-то? Раскочегарился сын. Ну? Капец, походу дела меня засекли. Так, вертолет успел убрать. Нормально. Все. Мы их это, как сказать, оттеребонькали. Ну, давай угоним вертолет. Сейчас. Это мне по заданию надо какому-то зелененькому. Какую-то медальку забрал. Давай пойду сикану. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Ты парашют-то себе прокачал? Да нет, конечно, нахера. Ну, для этой миссии не надо. Просто дальнейшее там будет это... Смотри, R2 зажимаешь, ну. Нажимаешь вперед, а вот он у тебя пошел снижаться, просто джойстик отпускаешь и R2 держишь, и он летит. Потом просто джойстиком управляешь. Взлетай. Слета. Блядь. А нельзя его им, донести? Мы же почти прилетели. О, тут как раз, слушай, впереди, во. Синенькая какая-то херня. Получайте, пидоры.
что там устанавливаешь-то? Да я... случайно. Ну, вдруг повстанцы будут там ходить. Наступит. Ну, что-то взял я какую-то хуйню. Очко. И что мне с этими очками-то делать? А, доступны два. Ночное видение, батарея, это дрон, так, мина, зона меток, так. Не, парашют пока не могу. Выносливость могу. Так, скорость воскрешения, допсинг, выстрел. Это что такое? Приманка. Ну давай, приманка. Да нахрена мне нужна эта приманка? А чё? Я не качаю её. А как её убрать теперь? Никак? Всё. Дрон, батарея. Взять батарею, что ли? Да, вот этот нужно. Ночное видение. Долго. Надо? Ну, у меня есть. У меня ночной и это... Тепломедр есть. Ебать, я уже светло стало. Чё, на вертолете полетим? Да, конечно, быстрее получится. Синенькая? Ага. Ну, дай попробую поучиться. Давай, давай, давай. Ты куда сел-то? Ну как слезть-то, блядь? Нет, ты сначала разгонись. Вот смотри, как второй раз он клевать начнет, то снижаться, все, джойстик отпускаешь, шнуть прямо. И просто вниз, вверх, вверх, на себя джойстик, и он взлетает. Вниз спускаешь, только на скорости. Чтобы остановиться, R2 просто отпускаешь, и все. Нет тут никого? Нету, нету. Нет, не сюда, выше и правее. Более-менее ровная площадка. Не-не-не, прям. Да не ссы. Я же за рулем. Пф, и голову винтом от... Что это за херня? Навык, одно очко. Ой, блядь, я ж... А что ты выходил-то? Так, а тут какие-то... Так, ящик с аксессуарами. О, давай, давай, все это собирать. А тут будет войнушка сейчас, сейчас-то? Ой, да, смотри. Повесь.
Да, пожалуйста. Это что за херня? Что это было? Да ладно. Охуенно, ёпта я. Ой, меня сбили. Да меня тоже. Охуенно, я присел. Сейчас пойду, пойду покурю, короче.
Тех, кто убил-то? Я пойду завтра на работу вставать. В 7:50. Да не, серьезно. Да не, нормально. Нам просто что-то не могу прийти.